вами будем создавать вот такую красоту. Я надеюсь, что мы с вами справимся достаточно быстро. Мальдивы мы написали, мне кажется, за час 30 это максимум. Почему? Потому что мы даже не будем использовать карандаш. Он есть, но только лишь для одной линии. Эта линия называется линия горизонта, которая у нас находится на уровне где? Молодцы, на уровне наших глаз. И так как есть в композиции небольшие правила, мы линию горизонта, вот обратите внимание, ощущение, как будто бы она посерединке, но на самом деле она немножечко смещена, чуть-чуть пониже. Поэтому первое, что мы будем делать, и да, сам процесс, вы вначале слушаете, смотрите, а потом сразу же начинаете все повторять. Договорились? Поэтому я буду показывать на манюсеньком изображении, потому что я каждой буду подходить. Вы не переживайте, договорились? Поэтому я беру просто для себя намечаю, где же у меня будет моя линия горизонта. Все, карандаш отложили, выбросили, он нам больше не нужен. Да? У нас сейчас есть только лишь верхняя часть. И что мы делаем? Мы берем белый цвет. Вначале предлагаю посмотреть кусок, договорились? А потом активно все сделать. Я обхожу все, смотрю, чтобы у вас все было идеально, и продолжаю. Я беру. Девочки, самое главное, вы должны понять, наша задача не создать копию моей работы, да? Там была моя душа, там был мой посыл, а ваша задача ощутить, прочувствовать и вытащить на поверхность именно ваши эмоции и именно вашу суть. Договорились? Поэтому мы интуитивно добавляем те оттеночки, которые нас интересуют. Достаточно темными оттеночками. Девочки, всем видно, да, что я делаю? Угу. И постепенно можем использовать уже более сочные и темные синие цвета. Берете беленькие и смотрим, ага, у нас есть понятие берега. Аняшка, и мы, а вот белую можно чуть-чуть добавить? Можно, моя хорошая. И мы прям берем, видите, что делаю? Классно. Аккуратненько, вот кое-где можно вот. Даже чуть-чуть. Я знаю, все боятся. Вот Надежда Петровна за 3 года с ним не подружилась. На самом деле есть люди, которые в кайфе от мастихина. Они могут всю картину прям просят. Вот это я. Только мастихина. Да, вот как бы есть прям, кто фанат. А есть вот с кем любовь не сложилась. Поэтому здесь пока не попробуешь, не поймешь. Но золотце мое немножечко светлее. Вы сильно его постарались соединить. А я хочу видеть прям ваши полосочки и а-ля отражение. Пусть будет рука немножечко дрожать. Это хорошо. Ладно? Давайте. Так. Мы ее ставим ровно по вертикали. Мы меняем направление. И вот варсайз, который состоит сама кисточка, когда будет все сформировано, угу. Да? Мы начинаем прокладывать разные оттеночки. И вот то же самое отражение
мы можем брать и немножко усиливать ярких, да, там насыщенных оттеночков. Все, мы берем и усиливаем. Вот оно у нас. Вот оно у нас продолжение. Все легко. Легко. Чувствуете? Угу. Угу. Чувствую. Чувствуете мои сладенькие. Я вас обожаю. У вас все получится. А потом, она у нас была жива. Два счета, пальма готова. Окей.